Всем доброе утро, друзья. Все вы знаете, как я люблю пожрать, поесть правильного, да побольше. А вот во время подготовки к соревнованиям, вот мой завтрак. 50 грамм какой-то несчастной овсяночки. Что это такое вообще? Чисто куры только не клевали здесь. Но при всем при этом мы все равно не забываем, что к спорту нужно приручать. И сегодня мы приручаем к спорту сороку. Да, родной? Ты клипсу выискиваешь там? Я готов. Ага, я понял. Вот, друзья, собственно, мы и приехали в зал. Сегодня, да, дикого кача не будет, так как организму необходим отдых, но отдыхать времени нету, поэтому сегодня мы делаем кардио, пресс и в конце решил чуть попамбиться резинкой. Поэтому поехали. Да и вообще, в целом, друзья, если ты качок, атлет или атлетка, или ты вообще похожа на котлету какую-то, то кардио делать тебе просто необходимо, потому что до лета осталось времени мало, а выглядят хорошо, хотят все. Поэтому, друзья, не ленитесь, делайте, работайте. Так, друзья, у каждого свое кардио. Я вот на эллипсоиде часик. А сорока на дорожке. Вот оно. Настоящее кардио, друзья. Ну вот, друзья, ровно час на эллипсе. В лютом темпе с ритмом сердца 146 ударов в минуту. Поэтому, друзья, я думаю, я работу на сегодня выполнил, но это еще не все, ведь я иду делать пресс, и потом я напамплюсь, как собака, резинкой. Так, друзья, сейчас буду, собственно, делать пресс, скручивание по протоколу Табата. Что они себя представляют, повторюсь. Мы делаем 8 кругов, 20 секунд мы делаем, собственно, само упражнение, 10 секунд отдыха, потом сразу же 20 секунд делаем, 10 секунд отдыха. И так мы делаем непрерывно до тех пор, пока мы не сделаем ровно 8 раз, то, соответственно, не пройдем 8 кругов. Шикарнейшее упражнение на пресс, отличный жиросжигатель, поэтому, друзья, поехали. Ну все, друзья, я думаю, пора заканчивать тренировку, а то как-то нерационально будет столько времени тратить, ведь у меня еще столько дел, много дел. А вот, друзья, собственно, тот самый пресс, которым я сейчас очень долго занимался. Ну и, естественно, друзья, не забываем, что после любой интенсивной тренировки мы пьем что? Верно, протеиновый коктейль. Поэтому, друзья, за вас. Никто никуда не торопится, друзья. Кайфуем. Сорок, скажи, что после тренировки кушаешь, покажи. Я кушаю лепехи, смотрите, вот это такие грамотно. Из тандыра. А там что? А тут тоже лепеха из тандыра. Офигеть. А что за несправедливость, брат? А потому почему что ты кушаешь лепехи, а я ем сельдерей с сердечками какими-то беспонтовыми? Идем прям, как говорится, семимильными шагами в светлое будущее. Ну что ж, товарищи, хочется выпить за светлое будущее. Хорошо. Мы проверяем подвеску. Маришка с кофе смотрит, разольется ли стаканчик. Все, всем пока! До свидания. Все, едем. Мы с концами. Вы-то да, а мы без концов.